Ответственность – это когда ты берешь ответственность за себя на себя. И первое время это не сложно, это не тяжело, но это непривычно. Это непривычно в плане в том, что до некоторых даже не доходит. А потом тебе становится все легко. То есть ты понимаешь, что ты, например, если ты не поехал куда-то, не потому что пошел какой-то дождь, снег, что никто не может проехать, а ты начинаешь в себе разбираться, а что, почему мне это надо? Всегда на себя. То есть если я куда-то не доехал, то не погода виновата. Это мне для чего-то нужно было. И здесь ты четко понимаешь, что мне сколько было? Мне было 4 года, и я помню, тогда я так замучила своих бабушку и маму, что я к ним подходила все время говорила. Я говорю, ну кто мной управляет? Ну, говорю, должны же быть какие-то ниточки. Вот есть, говорю, венки, есть косточки. Кто? Вот как так тело вот работает? Я ничего, вот куклами я управляю, а мной кто? И здесь тут ты понимаешь, либо ты подвешиваешь ниточку себе, погода, погодные условия. Мной управляют погодные условия. Ну, он не говорил, прекрасно понимаешь, что если тут тоже погода, что-то Да. случилось, и вот, ну, это я выбираю так, чтобы я Это ты планировала. выбираешь так. Это ты выбираешь не ехать, это ты, Да. даже ты понимаешь, что вот эта ситуация произошла, она произошла только потому, что тебе это надо было. Вот это про ответственность. И когда ты четко понимаешь, что какая бы ситуация ни произошла, это может что-то радостное быть, это что-то печальное быть, это даже может быть смерть каких-то твоих близких, это потому, что тебе это надо. Тебе это для чего? Это же в твоем мире для твоего какого-то баланса. Найдешь ты этот баланс или не найдешь, это уже твое. Насколько ты готов принять ответственность за каждый вздох, за каждую молекулу, которая крутится возле тебя. Было бы и так, это все понятно. Вот все, что бы ни случилось, даже если ты умираешь, даже если у тебя тяжелая болезнь, это ты себе ее привлек. Для чего? И очень часто мы не хотим в этом разбираться. Говорят, нет, я как бы готов. И очень часто мы не хотим разбираться в своей жизни. Вот, например, говорит, я же сюда приехал или приехала, я же это делаю, я же хочу разбираться. По факту говоришь, ну вот это. О, к этому я не готова, к этому я не готова. Здесь у меня финансы тогда полетят, здесь у меня жить негде, здесь у меня родственники, здесь у меня еще что-то. И обратно начинаешь закрываться. Это же всегда так. Почему мы не меняем то, что с нами происходит? Потому что нам это нравится.